Я выпал снег. Это вот парк возле китайского посольства. Так красиво. Люди все идут через лес. Какая елочка очаровательная. Люди все идут через лес. И там возле посольства очень много елок тоже, такие нарядные со снегом. Надо запомнить, как это нарисовать. В парке потрясающей красоты деревья. Все люди улыбаются, идут медленно, никто не торопится. Как мало нужно для счастья, для радости, даже для блаженства. Нет, ну может быть, то, что я вчера проходила круг с Романом, круг рода, лиственницы, каштаны. Вот как каштаны надо рисовать. Все веточки вверх тянутся. Очень красивый парк. Хочу поблагодарить Романа, Алису за чат «Жизнь без границ». Там вчера в круге сначала меня взяли с двух сторон за руки папа и мама. Я прям почувствовала это. Мой внутренний ребенок, знаете, удивился. Так, ой, как здорово. И потом вдруг со мной полетели. Прям, знаете, ощущение было реально, что энергия какая-то отделилась и полетела вверх. Вот. Потом была медитация. Поднялась сразу моментально на 7-й план. Вот эта вся красота была, белизна вот такая. И потом такой темный-темный был темный свет. Вот я не знаю, как это выразить. И там было две фигуры. Я думаю, что это либо мои были небесные родители, папа и мама. Причем, знаете, как в фильмах снимаются королевские такие одежды. Раньше же не было ярких красок одежд. Такие сдержанные тона, благородные. И такие две короны у папы и у мамы как бы. И то ли предки рода, то ли небесные родители, то ли правда предки моего конкретно рода. Я удивлена была очень. Никогда не считала, что у нас в роду есть королевские кровя или, ну, княжеские. А это вот прямо реально. Я видела их, и они меня принимали. Весь род как бы от них пошел. Я была так счастлива их повидать. Это было так трогательно. Ой, Господи, я не знаю, как это передать. В общем, дни лунного затмения – это какие-то особенные дни. Благодарю Роман, благодарю Алису, благодарю всех участников круга. Благодарю Творца, что пришла в это во все. Связь с Творцом, связь с родом. Столько работать над собой и в какой-то момент понять, что вот оно. Вот то, что я искала. В общем, я счастлива. Это слезы счастья. Как-то с родом очень плотно сейчас работаю, уже почти год. В этом году рисовали картину в день без времени, 25 марта. С Катериной Басалаевой горы, род свой. И вот прям как будто поток открылся. Братья мне стали звонить, с которыми по 30-35 лет не общались. Они уехали в Сибирь, мигрировали в Средней Азии. Вот. Мой младший сын с невесткой как-то ко мне стали иначе относиться. В общем, жизнь прекрасна. Благодарю всех. До свидания.